بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نتدارس بإذن الله تعالى صفة الوضوء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله زوالين الله سنزوجهم вопрос касательно омовения وضوء الوضوء له شروط كما ذكرنا شروط الصلاة نذكر الآن شروط الوضوء وضوء омовение малого омовения есть свои условия как мы с вами разобрали условия молитвы намаза так и у омовения وضوء есть свои условия اترك الكتابة احفظ هذا مكتوب بعدين انت يراجع الدروس المهمة لعامة الأمة بإذن الله موجود إن شاء الله. طيب. не записывайте, говорит, запоминайте, так, говорит, все это записано есть, говорит. طيب. الشرط الأول الإسلام. Первое условие وضوء это ислам. فلو توضأ الكافر المشرك وضوء باطل. نعم. Поэтому если وضوء будет брать кафир или мушрик многобожник, его وضوء будет недействительно омовение. والعقل لو توضأ المجنون أو السكران وضوء باطل. Также должен быть разум, если будет брать وضوء сумасшедший или же пьяный, его будет уду недействительно. И также тот, кто берет уду, его с одной условия, это тамиз, чтобы у него было различие. И также непременно должно быть намерение, и оно, его место в сердце и произношение вслух это бида. И также, то есть его намерение должно сопровождаться на протяжении всего вуду, то есть, чтобы посреди вуду его намерение о том, что он берет вуду, не останавливалось. Есть те вещи, которые, после которых, по причине которых мы обязаны брать вуду. И мы не можем начать брать вуду до тех пор, пока эти вещи не остановятся или не прекратятся. Как, например, человек, когда он помочится исправить малую нужду, то ему становится обязанным вуду. То есть он не может начать брать вуду в тот момент, когда он справляет свою нужду, мочится. То есть он должен закончить, завершить свое дело, только после этого переступать к вуду. الموجب للوضوء بول أو غائط لابد من الاستنجاء أو الاستجمار قبله يعني لابد من استعمال الماء أو استعمال الحجارة أو المناديل. То есть после большого и малого омовения, то есть которые после себя требуют, то есть большое и малое исправление нужды, которые после себя требуют малое омовение, то есть перед ними непременно нужно использовать салфетку для удаления нечистот или же омыться водой, то есть будет это малая нужда или большая. ولابد من طهورية الماء يعني لا يصح أن أتوضأ بما نجس. То есть также вода, которую мы берем вуду, должна быть чистой. То есть не будет вуду действительно, если вода будет наджис, нечистая вода. وماء مباح لا ماء محرم لأن عندنا قد لا يجد ماء أن يتوضأ به ثم يذهب ويسرق ماء حتى يتوضأ لا يصح. То есть также вода, которую человек берет вуду, должна быть дозволенной водой, не запрещенной. Как, например, человек захотел взять уду, не нашел воды и пошел украл эту воду для того, чтобы взять уду, такой уду будет недействительной. Также непременно человек должен, то есть постараться, должен устранить со своего тела то, что препятствует прикосновению воды к коже, как, например, краска, да, красят стены, какая-то краска попала на кожу, или какой-то кусок теста прилип, или же то, что женщины красят свои ногти лаком, то есть непременно это нужно удалить, и только после этого брать вуду, чтобы вода дошла до кожи. Каково описание, то есть описание вуду? Делает намерение в сердце. Говорит басмалю, бисмилля. ثم يغسل الكفين يستحب له غسل الكفين. Затем моет кисти, желательно ему помыть кисти. وإذا كان استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء.
То есть, если человек проснулся после ночного сна и хочет взять уду, то есть ему ваджиб становится помыть трижды руки, прежде чем он их опустит в сосуд с водой. يأخذ حفنة من ماء يضع الماء في كفه اليمنى. То есть возьмет пригоршню воды в правую руку. ثم يتمضمض يدخل الماء في فيه. Потом пополаскивает рот, то есть взяв воду в рот. ويسحب الماء بمنخريه. И также одновременно берет, затягивает воду своими ноздрями, носом. ثم يجعل الماء يدور في فيه. Потом полоскает рот водой. ثم يمج الماء من فيه. Потом выплевывает эту воду. ويستنثر بيده اليسرى شيء من الهواء مع استعمال اليد اليسرى في إخراج ما دخل في منخريه. И также левой рукой высмаркивает воду, чтобы вместе с воздухом она чуть выходила. غرفة. Одна ладонь. يتمضمض يستنشق. Полоскает рот и нос одновременно. ثم يخرج الماء من فيه ويستنثر. Потом выплевывает воду, потом высмаркивается. ثم يغسل الوجه. يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة العذن مع ما استرسل من اللحية. После этого моет лицо, то есть от того места, откуда начинают расти волосы, до низа подбородка и от одной мочки уха до другой мочки уха, то есть все границы лица мывает лицо и протирая бороду, да, то есть то, что уходит. مرة أو مرتين أو ثلاثة وكذلك المضمض استنشق واستنثار مرة أو مرتين أو ثلاثة. То есть делает это один, два или три раза, то есть также я полоскиваю рта с носом один или два, три раза. ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين اليمنى ثم اليسرى. Потом моет руки от кончиков пальцев до локтей. Сначала правую, затем левую. مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. Один, два или три раза. ثم يمسح الرأس. После этого протирает голову, но не моет ее. يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى. То есть начинает сначала от начала головы, то есть до затылка, и потом возвращается назад. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه. Потом два указательных пальца, то есть заводит в ушной канал в ухо. ويمسح بالإبهام ظاهرهما. А большими пальцами протирает заднюю сторону уха. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين. После этого моет правую ногу и затем левую до щиколоток. ويستحب له أن يخلل بين أصابع الرجلين بخنصره. И желательным является, то есть промыть между пальцами ног мизинцем руки. فإذا انتهى من هذا الوضوء قال الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. И после того как он заканчивает этот вуду, он читает то дуа, которое читал пророк. نواقض الوضوء. Что портит вуду? الخارج من السبيلين مطلقا الخارج من القبل أو من الدبر أو منهما. Все, что выходит из заднего прохода или переднего, то есть полового органа, все портит вуду, да это? Или если одновременно с них обоих выходит, тоже портит. باول как моча غائط кал мани семяизвержение мади или выделение вади также такие выделения да светлые выходят рих или же воздух дидан дуд или какие-то червяки выходят хаса или камешки дам или кровь كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء. Все, что выходит из этих двух путей, то есть спереди и сзади, все портит вуду, малое омовение. Да. الثاني الخارج الفاحش من الجسد يعني إذا كان لديه مثلا يعني أنبوبة مريض عافاني الله يقول أنبوبة يخرج منها البول والغائط حكمها حكم الخارج من السبيلين. Если же по причине болезни, как с человека вставляет шланг, допустим, да, для отвода мочи или кала, если она выходит, то его положение такое же, как будто бы он помочился или исправил большую нужду. То есть тоже требует вуду. الثالث زوال العقل. И также, ذهاب العقل. Также если человек теряет сознание. بنوم. То есть уходит от него разум, точнее, по причине сна. أو إغماء. Или же потеря сознания. أو سكر. Или же опьянение. أو جنون. Или же становится сумасшедшим. أو مخدرات. Или же по причине наркотиков. الصحيح أن النوم غير ناقض للوضوء. Более правильное мнение, что сон сам по себе не портит вуду. لكن هو مظن لخروج الريح.
Однако, говорит, есть такая возможность, вероятность, что в этот момент он может выйти с него воздух. يعني هذا الآن الأخ هنا متكئ. كيف متكئ؟ هذا الأخ متكئ على الجدار. Или, например, человек вот облокотился на стену. وغلب شيء من النعاس الآن. И что-то там задремал чуть-чуть. هل وضوء صحيح أو لا؟ Действительно ли его вуду сейчас или нет? ننظر. Мы должны посмотреть. إذا كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء وقال أنا أسمع الدرس فمعناه أنه وضوء صحيح. Если он скажет, я говорю, уверен, что ничего не было, то есть воздух не вышел, я то есть просто закимарил, я слышал, что идет урок. وإذا قال أنا لم أشعر بشيء لم أسمع شيء من الدرس ذهبت. А если он скажет, нет, я вот как провалился, да, то есть в сон, то есть не помню, что урок был или что-то, вот не помню. فوضوء. Тогда его вуду? Батл. Не действительно. أكل لحم الجزور. Также, то есть мясо верблюда, то есть съесть его. أكل لحم الجزور يعني أكل لحم الإبل. То есть, да, то есть поедать мясо верблюда. نعم. والردة نسأل الله عافية السلامة لأنها محبطة لكل الأعمال. То есть также, то есть, когда человек валязубиля оставляет ислам, да, то есть становится неверным, то есть тоже его вуду становится недействительным. نعم. أيضا نأخذ صفة التيمم. Так, поговорим с вами о том, как совершается таямум. ينوي بقلبه. То есть делает намерение в сердце. يسمي يقول بسم الله. Говорит بسم الله. ثم يضرب بباطن كفيه على الأرض. Потом бьет ладошками по земле. سواء كانت الأرض من تراب. И это может быть пыль. أو طين. Или глина. أو رمل. Или песок. أو حصى. Или камешки. أو صخر. Или какая-то как кусок большого камня, как скала. أما يضرب على الثلج. Того, что касается, что бить по льду. أو هذا القماش السجاد. Или же ковров. أو هذا الطلاء البوية. Или же обои, там, или же дерево, لا. То не пойдет это. يضرب على الأرض. Надо бить по земле. تراب. Пыль. طين. Или глина. رمل. Или камни. حصى. Или камешки. صخر. Песок, камешки, или же как скала, большой камень. يضرب ضربة واحدة. Бьет один раз. ثم يمسح الوجه. Потом протирает лицо. ثم ظهر الكف اليمنى ثم ظهر الكف اليسرى. Затем правую тыльную сторону ладошки, вот затем левую. Мара ухра. Еще раз. Януи бе кальби. Делает намерение в сердце. Юсамми, якул бисмилля. Говорит бисмилля. Ядриб дарба вахиде аля л'ар. Один раз бьет по земле. Самма ямсах аль-вадж. Потом протирает лицо. Ва захир аль-юмна, самма захир аль-юсра. То есть потом протирает правую, наружную часть правой кисти, затем левой. На, туи. Повторяй. Намерение. Януи бе кальби. Потом один раз бьет рукой, протирает лицо, потом... Альхамдилля. Тай. Сифат аль-ахтисал. Как совершается гусл, большое омовение? Аль-ахтисал аля сифатейн. Гусл бывает двух видов, то есть двумя видами можно совершать. Сифа камила мустахабба. То есть один вид, то есть полноценный, желательный вид. Ва сифа муззи. И второй вид, которого достаточно совершить, чтобы сделать. يعني تأتي بهذا أو تأتي بهذا مجرد أن تقتسل هذه الصفة تخرج مباشرة إلى الصلاة لا تحتاج أن تتوضأ. То есть не важно, какой из этих двух видов ты совершишь гусла, то есть достаточно, что ты совершил тот или иной. В таком состоянии уже можешь выходить и молиться, не нужно брать дополнительно вуду, омовение. الصفة المجزية. То есть минимальное, достаточное, то есть, описание гусла. ينوي بقلبه. То есть делать намерение в сердце. يسمي يقول بسم الله. Говорит بسم الله. ثم يعمم جميع البدن بالماء مع أن إيصال الماء إلى ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. Потом полностью обливает свое тело водой и как бы то есть старается, чтобы вода проникла сквозь волосы, эти неважно густые это волосы или их мало. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. То есть полоскает рот, нос и высмаркивается. يخرج بهذا ويصلي. То есть уже и после этого может выходить и молиться. ينوي بقلبه. Делает намерение в сердце. يسمي. Говорит бисмилля. يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. То есть также после этого, то есть обливает свое тело полностью водой, убеждаясь, что вода проникла под волосы. يعني يتحقق من وصول الماء إلى جميع الجسد. То есть должен убедиться, что все его тело поблилось водой. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. И вместе с тем, что прополоскает рот, нос и высморкается. من يعيد. Кто повторит?
Намерение в сердце. Нет. Я не кальби. Потом бисмилля. Я сами. Обливание всего тела. يعمم جميع البدن بالماء. مع المضمضة استنشاق والاستنثار. طيب. الصفة الثانية الكاملة أكمل اغتسال يعني هذا مستحب وأعلى من هذا الاغتسال. А теперь говорит поговорим о втором виде, который является самым лучшим полноценным видом гусла. يغسل الفرجين القبل والدبر. Сначала моет половые органы передний и сзади. ينوي بقلبه. Делает намерение в сердце. يسمي. Говорит бисмилля. يغسل الكفين. Моет кисти рук. يتمضمض استنشق استنثر. Моет, полоскает рот, потом набирает и нос и высмаркивает. يغسل الوجه. Моет лицо. مع تخليل اللحية. То есть как бы и как бы про орошает бороду. ثم اليد اليمنى ثم اليسرى. Потом моет левую, правую руку, потом левую. Потом моет голову, то есть доводит воду до корней волос и уши тоже моет. Потом моет полностью правую сторону, потом моет левую сторону также полностью. А потом уже правую ногу, потом левую. То есть моет половые органы. Заново повторяем. Моет половые органы. يغسل الفرجين. Моет половые органы. ينوي بقلبه. Намерение в сердце. يسمي. Говорит бисмилля. يتوضا. يغسل الكفين. Берет как бы уду, то есть моет кисти рук. يتمضمض استنشق استنثر. Делает, ополоскает рот, нос и высмаркивается. يغسل الوجه. Моет лицо. اليد اليمنى ثم اليسرى. Правую руку, потом левую. ثم يغسل الرأس مع الأذنين. Потом моет голову вместе с ушами. ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. Сначала правую бок, потом левую бок сторону, потом правую ногу, затем левую ногу. ثم يخرج إلى الصلاة. После этого уже может выходить на молитву. من يعيد عليه. Кто он повторить может? نعم. Сначала моет половые органы. يغسل الفرجين قبل والدبر. Нет. ينوي بقلبه. ثم يسمي. Руки. يغسل. أنت بترجم. Моет кисти рук. Рот. Рот, нос. يتمضمض استنشق استنثر. Полоскает рот, нос и высмаркивается. Бороду. ثم يغسل الوجه مع اللحية. Потом моет лицо вместе с бородой, порошает бороду. ثم. Руки. اليد اليمنى مع اليسرى. Потом моет руки правую, левую до локтей. ثم. Потом голову. يغسل الرأس. Потом моет голову. مع الأذنين. Вместе с ушами. ثم. Половину тела. الشق الأيمن. Потом правую сторону тела. ثم الشق الأيسر. Затем левую сторону тела. А потом ноги. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. Потом моет правую ногу, потом левую. موجبات الاغتسال. متى يجب على الإنسان أن يغتسل؟ Теперь поговорим о том, когда для человека становится обязательным брать гусл. Маут гайра шахид. То есть, если человек умирает, и он не является шахидом. Какой бы человек ни умер, мы непременно должны его помыть. Кроме шахида. То есть, также, то есть, семяизвержение, говорит, будь это во сне или будучи человек, когда не спит. وكذلك الجماع. Также половое отношение. وإسلام الكافر. Также если неверующий человек принимает ислам. والطهارة من الحيض والنفاس. И также очищение после месячных и после родовых очищений. نعم. بعد هذا نذكر ماذا يصنع الإنسان إذا خرج منه المذي. المذي سائل مثل الماء ليس له لون. То есть теперь поговорим о таком выделении, которое называется мази. То есть она выходит светлая, говорит, у нее нету света, она как подобна воде. المني سائل أبيض له رائحة. А второй есть мани, то есть это у него есть свет, она тянущаяся, у него есть запах. هذا يوجب الاغتسال. После него важно брать гусл, то есть это сперма. أما ما يخرج عند التفكير أو عند التقبيل سائل ليس له لون مثل الماء. إيش؟ المذي. المذي. سائل ليس له لون مثل الماء. То есть то, что человек возникает во время каких-то, когда о чем мысли, да, какие-то у него возникают, и выходит светлые выделения, которые подобно воде, они называются мази.
ناقض للوضوء. Она портит вуду. Наجس. Она считается не, как бы грязной, да? Не, нечистота. إذا وقع شيء منها على اللباس ماذا نصنع؟ Если такая вещь попадает на одежду, что мы должны делать? تأخذ هذا الذي عليه وترش على الماء وتخرج للصلاة لا إشكال. رش فقط رش ماء ترش عليه. Надо на это место, куда попала эта мазь, это выделение, достаточно побрызгать на это место водой, и в этой одежде уже можно сушить. Если выходит такой мазь, то есть надо полностью помыть член вместе с яичками. Потому что если после такого омовения, то есть человек омоет их, то прекратится эти выделения. Теперь поговорим о том, как справлять нужду. اولا عندما يريد الدخول يقدم الرجل اليسرى. Когда человек желает зайти в туалет, он заходит с правой ногой. وقبل ان يدخل يقول بسم الله. То есть извиняюсь, заходит с левой ногой и говорит بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. Произносит то дуа, которое произнес шейх. واذا خرج يقدم الرجل اليمنى يقول غفرانك. А когда выходит, выходит правой ногой и говорит غуфранак. يجب عليه أن يستتر من الناس يعني لا يرى أحد وهو يعني يبول أو يتغوّر. То есть когда человек справляет свою нужду большую или малую, он должен скрыться от взоров людей, чтобы люди его не видели. فإما يدخل هذه الحمامات المبنية. Или заходит как вот постройки в виде туалета, да, которые в виде построек. أو يستتر بشيء بجدار بشجرة. Если же их нет, тогда скрывается за каким-нибудь стеной или деревом. وإذا لم يجد شيئا يبعد. А если же ничего такого не находит, в открытое место всегда должен удалиться как можно дальше. То есть не поминает этот момент Аллаха. И не разговаривает с людьми, кроме как по нужде. Например, он нуждается в воде и говорит кому-то, принеси мне воду. И также с книгой Корана не заходит в туалет. И также с книгами, в которых упомянут имя Аллаха, как книги, например. В то же время, когда человек справляет нужду, он не должен поворачиваться к кибле лицом и задом. لابد أن يختار مكان رخ ورطب يعني لا يأتي إلى مكان جامد هكذا لأنه قد يرتد عليه رشاش البول هذا إذا كان في المراحيض لا إشكال لكن إذا في الخارج يختار مكان رطب حتى لا يرتد عليه الرشاش ويقطع الوسواس. Когда человек справляет нужду, он должен выбрать такое место, где земля не твердая, мягкая, что-то вроде как песка или что-то тому подобное, чтобы брызги не отлетали, не попали на одежду, и в то же время, чтобы не было васваса шайтана, чтобы вы не думали, что что-то упало на одежду. Также можно мочиться стоя при двух условиях. То есть должен убедиться, что его аурат не оголится. الثاني أن يعمل أن البول لا يرتد عليه. И также должен быть убежден, что брызги мочи не попадут на его одежду. يحرم عليه أن يأتي البول والغائط في أماكن يؤذي بها الناس ولو كانوا كفار. Не дозволяется справлять нужду в тех местах, которые причинят неудобство людям, даже если эти люди являются неверующими. المساجد. Также в мечетях. الطرقات. На дорогах. أماكن جلوس الناس. В тех местах, где сидят люди. أماكن الظل в тени كذلك تحت الأشجار المثمرة также под деревьями которые плодоносят كل مكان يؤذي به الناس يحرم عليه اتيان البول والغائط في هذه الأماكن حتى ولو كانت هذه الأماكن لكفار. То есть любое место, где справляется нужда и этим самым причиняется какое-то неудобство или вред людям, это не дозволяется, говорит, даже если эти люди являются неверующими. Также не запрещается мочиться в стоячую воду. Также не дозволяется мочиться в какие-то, то есть если вода стоящая, как, например, какой-то сосуд, таз с водой или какие-то колодцы.
где-то вода стоячая. نعم. أيضا لابد أن البول والغائط إذا انقطع لابد من قطع هذا الخارج إما بالماء أو بالمناديل والحجارة والأخشاب وما يقوم مقام. То есть после того, как человек справит нужду, он должен очиститься либо водой, либо салфетками, или камнями, или то, что может заменить их. استعمال الماء واضح سهل. То есть, что касается воды, там ясно, понятно. استعمال الحجارة والمناديل والأخشاب والخرق. То, что касается использования салфеток, камней или каких-то косточек. لا يمس ذكره بيمين. То есть не косточек, деревяшками. То есть в первую очередь он не должен использовать правую руку. لابد أن تكون هذه المناديل والأحجار أن تكون طاهرة لا نجسة. То есть, кстати, вещи, которые он использует, как салфетки или камешки, они должны быть чистые, не должны быть нечистотой. ولابد أن يكون المسح ثلاث مسحات. يعني لا يصح أن يستخدم منديل واحد ومن جهة واحدة يمسح ثلاث مسحات. إما أن يكون المنديل كبير أو يستخدم ثلاث مناديل. وكذلك ثلاث أحجار أقل شيء. То есть самое малое, что используется для при вытирании после справления нужды, это три раза, то есть три камешка или три салфетки. Кроме если это салфетка большая, еще можно как-то нескольких сторон использовать. يعني أقل عدد. То есть самое малое количество. نعم ثلاثة. Три. ثلاث مساحات لكن لا يمكن أن تكون المسحة من نفس المكان. نعم. كيف يعني؟ То есть три же должен потереться, но не так, что одной стороной, да, бумажки или там камнем одной стороной, то есть трех раз. يعني استعمل هذا المنديل لا يصح أن يمسح هذا المنديل ثلاث مرات من هذه الجهة. يمسح مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا. То есть взял какую-то светку и только одной стороной ее использовать, нет, то есть первый раз с одной стороны, второй раз с другой стороны, третий раз с третьей стороны. أو يأخذ ثلاث مناديل أو ثلاثة أحجار. Или же должен взять три салфетки или три камешка. لكن إذا كان الحجر كبير ويأخذ مرة من هنا ومرة من هنا يصح ومرة من. Если же камень этот большой и можно использовать, то есть с разных сторон, то можно. فإذا رجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر البول أو أثر الغائط معنى هذا أن البول غائط انقطع. И когда уже после использования, как понять, узнать, что уже достаточно подтираться, то есть если салфетка или камень превращается в сухим и на нем нет следов ни кала, ни мочи, то это указывает на то, что уже вы очистились. А если же, то есть трех раз недостаточно, и этим самым не очистился, он использует, то подтирается 3, 4, 5, 6 раз до тех пор, пока не очистится. عدد مساحات زوجي يستحب له أن يزيد واحدة حتى يقطع على وتر. Если же говорит этих подтираний было четное количество, то желательным является сделать их нечетной, то есть добавить еще одну. ويحرم عليه أن يستعمل ما فيه ذكر الله كالأوراق الآن التي مكتوب عليها اسم الله أو المصاحف أو كتب الأحاديث النبوية. Также является недозволенным использовать запретные вещи, как, допустим, те листочки, на которых упомянуто имя Аллаха, как, допустим, или страницы из книг, или какие-то там вещи. Также нельзя использовать еду людей, еду джиннов. И также нельзя использовать еду, которую едят верховые животные, или животные людей и животные джиннов. Да. Айван, يعني يبقى معنا مسألة يعني مهمة جدا. Также здесь надо поговорить об очень важном вопросе. إزالة النجاسات. Это устранение нечистот. عندنا ذكرنا فيما تقدم أن المذي يكفي فيه الرش فقط. نعم. Что мы говорили с вами про мази, светлое выделение, то мы сказали, что достаточно для очищения только побрызгать на одежду воду. Только побрызгать. نعم, فهذه إزالة سهلة. То есть это так очистится, то есть легко, нет в этом проблем. وعندنا إزالة للنجاسة يعني فيها شيء من الصعوبة. А есть какие-то, то есть очищение от нечистот, в которых есть некая тяжесть. وهو الكلب إذا ولغ في الإناء, يعني الكلب إذا أراد الشرب لا يمكن أشرب إلا بإخراج اللسان.
Нам. То есть, что касается, то есть, это, если собака как, лакает с какой-то посуды, то есть собака, если хочет пить, она не может просто пить, она непременно вытаскивает свой язык и лакает. Шарит мин хазал ина, мазалан аль-кал, маза тасна би хазал ма, аль-ма хаза, куллаху юзал, ма фи аль-ина. То есть, если собака, например, попила из этой посуды, что мы должны всю воду вылить из этой посуды? Зумма аль-гасла аль-оула такум бит-тураб. Первый раз, когда моем, моем... Юафар бит-тураб. Моем как бы песком, пылью. نعم ثم بعد هذا تضع الماء تغسل ست مرات والمجموع سبع مرات مع الأولى تكون من التراب. И после этого полоскает шесть раз. Таким образом получается семь раз моет. То есть первый раз с пылью, с песком, и потом три, шесть раз просто полоскает. إذن النجاسة المخففة في المذي رش ماء فقط. والمغلظة في الكلب سبع مرات ولهن بالتراب. То есть есть малые наджасы, как допустим это мази, и его достаточно только побрызгать воду. И есть большая наджаса, как лакание собаки с посуды, то здесь нужно семь раз мыть. بقي معنا النجاسة المتوسطة. Теперь есть как бы такая серединная наджас, серединная нечистота. كيف تزال? Как от нее очиститься? رش الماء مع العصر. То есть достаточно побрызгать воду и выжать это. دخل الشيخ إلى دورة المياه. Как, например, человек зашел в туалет. وسقطت نقطة من الباول على لباسه. И капля мочи попала на одежду. يأخذ المكان اللي نزل عليه قطرة الباول يصب الماء ويعصر ثم يخرج يصلي في هذا اللباس ولا إشكال. То есть он попал моча на одежду, он берет это место, куда попала моча, поливает, брызгает его водой, выжимает и без проблем может молиться в одежде, в этом нету проблем. إذن هذه تسمى نجاسة متوسطة لابد فيها من رش الماء مع العصر. Это, то есть средняя наджаса, которую достаточно, то есть побрызгать водой и выжать. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. И Аллах знает лучшего, صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.